Всем привет, с вами Ниагара, и мы продолжаем бродить в темных, не знаю, закоулках Silent Hill, так скажем. Я тут находилась в комнате с пианино, и здесь слишком рано находиться. Мы сейчас прогуляемся. Здесь что у нас? Ага. А здесь раздевалка, и слышны какие-то стуки. Да, как будто бы здесь кто-то бьется. Просто кошка. Мило. Кошечка вышла наружу, и ее там, похоже, сожрали. В шкафчике нет ничего полезного. То есть я здесь буквально ничего не нахожу в этой раздевалке, кроме кошки, которая, блин, вышла наружу, и такая печаль ее ожидает. Застрелила, все, ну, совсем не надо его убивать. Ну, похоже, нет. Ах, черт! Отвали! Он так отопнул его, смешно, честно говоря. Нет, ну правда. Пнул так. Ну все, я всех запинала. Мы сейчас смотрим классы. Нужно смотреть библиотеку и химическую лабораторию. Что там у меня со статусом? Ну, кажется, да, бутылочка. Не помешала бы мне. Музыка, конечно, такая Ну чё? Он, конечно, в кого-то целится, только я не вижу. А, вот. Да что ж такое? Почему ты такой мазила? Побежали отсюда. Да. Мазила. Такой у нас Гарри Мейсон. Так, и есть тут проход в соседний класс, но мы сейчас сначала смотрим то, что здесь есть. Вот там есть патрончики. Я тут израсходовала уже довольно прилично. Смотрите, классы такие идентичные, да? Волк. Такая картинка. Очень похожи один на другой. Стандартные такие. Так, здесь... Тишина, что радует, конечно же, меня. Никаких тебе звуков страшных, никаких карликов, похожих на детей, жутких. И что хотелось бы сказать, что были разные версии этой игры. Была японская, американская, что... Давайте, что такое? Ага. А там можно открыть дверь? Отличались они чем? Отличались? О, смотрите, я еще куда-то зашла. О, подождите, где я? А, в библиотеке. Отличались они врагами. Да. Аптечку возьмем. Вы, по-моему, европейская? Что, кто здесь?
учебники, ничего особенного. Не было таких врагов, как эти дети. Короче говоря, посчитали, что это как-то все неправильно делать врагами и монстрами детей в школе. Короче говоря, это противоречило, видимо, какой-то этике. Так, слушайте, подождите. Мне стоит пойти сюда, я так понимаю, да? Ну, никаких врагов пока вроде бы не видно. Я буду очень часто смотреть, да, очень часто смотреть карту. А здесь можно это будет как-то открыть или что? Это закрыто? А, он просто вышел. Нет. Я думаю, вдруг... Мало ли это закрыто. Нет. Не закрыто. Так, и здесь что у нас есть? Дистиллированная вода. Мне она не нужна. Гарри. Ну как же так? Водичка ему здесь это не нужна. А это что? Химикаты. Вот химикаты ему, конечно же, пригодятся. Да, здесь нет более ничего. Вот это что? Не знаю. Какая-то штука. Короче говоря, мы взяли химикаты. А, вот смотрите. Угу. Я не знаю, будут ли они респауниться потом, после того, как я все это пройду, чтобы я так выходила в коридор, и они снова появлялись. Не знаю. Возможно, да? И здесь кабинет химии. Кабинет химии. Берем пистолетные патроны, блин. Да в школе разбросаны. А дальше ничего нет. Вот меня интересует вот эта рука. Это просто жуткая с голову Гарри. Огромная рука. Скульптура старческой руки. Пальцы цепко вцепились в медальон, как бы не желая его отпускать. И он держит, да? Да. Я еще только одно место не посетила. Я надеюсь, что мне вот эта бутылочка поможет. Мы ее здесь применим. Ну так вот Гарри догадался, что нужно взять таким методом медальон. И я вам скажу, что нужно переть его в самый низ. О! Тихо. А, больше нет никого? Похоже, нет. Угу. Так, и мне нужно топать реально в самый низ. Так, назад, да пойдем. Снова тащиться во двор, чтобы поставить этот медальон. Мы сейчас вот здесь спустимся. Если я его не поставлю, то здесь есть такой момент, что не откроется пианино. Рояль вот этот вот, в котором есть головоломка, да? Так, подождите, я где вообще? Где? А здесь дверь-то, она работает, нет? Интересно. Да, открыто. Вот. И пока мы ее не поставим... Подождите, не в эту сторону. Запутаться, блин, можно. Угу. Так. Я взяла золотой, по-моему, да? Здесь что-то, я не помню. Сейчас. Так, где он? Попробуем сюда, да, применить. Медальончик на месте. Золотое солнце. Так, хорошо. Хорошо. После этого мы возвращаемся в школу. Так, и нам нужно
подняться вам снова на второй этаж. Так, подождите. Опять карта. Подняться, да, на второй этаж, чтобы попасть к пианино. И там будем решать сейчас головоломку. Ну, хорошо, что здесь еще вот такая карта. Можно ориентироваться, да, еще Гарри там делает какие-то пометки. Так, класс рояль. Угу. Бежать нужно в самый конец. Ну, я здесь, в принципе, смотрите, народ перестрелялась, всяких вот этих неприятных карликов. И они больше не респаунятся вроде как. Подождите, я в каком-то классе. Не сюда, не сюда. Нет, 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 нет. Я ошиблась дверью. И так будет очень часто в этом прохождении. Да. Потому что... Потому что... Я, конечно, плохо знаю локализации. Вот смотрите. Рояль у нас открылся. Угу. И мы сейчас здесь будем разгадывать загадку, но подсказка к ней вот на стене. Некоторые клавиши испачканы кровью. Там было сказано, что птицы, как там, немые или как... Короче говоря, нам нужно будет нажимать клавиши, которые не звучат, чтобы это значило проверить рояль. Да. И... Ну, я, конечно, посмотрела разгадку, потому что я в свое время очень сильно здесь застряла. Так что будем нажимать вот сюда. Видите, звука нет. Так, потом сюда. Так, тоже звука нет. Так, потом... Пятая белая. Угу. И вот так. Таким образом решается эта загадка. Вроде бы несложно, да? Но многие сломались на этой головоломке. Серебряный медальон. То есть теперь мы можем... Мы можем возвращаться к тому месту, да? Угу. И, в общем, там. Да, во двор нам нужно топать. Медальончик есть. Так, сейчас прямо, да, по коридору, прямо по коридору и вниз. Угу. Бежим обратно, короче говоря, забрав второй медальон. Мы сейчас туда это все применяем. Нам откроются двери, но, по-моему, мы не сможем сразу так и прямо зайти. Так, слушайте, разверните мне камеру. Не сможем, да. Подождите-ка. О, господи, там опять... Опять... Карлики. Ну почему вот Гарри? Ну что? Ты же, не знаю, целился, вот, ну, у меня просто слов нет, он так мажет, это просто, просто кошмар, что форменный кошмар. Вообще, конечно говоря, было бы лучше, если бы он ходил с трубой, например, фигарил бы их. Но я решила особо не экономить.
Так, медальончик у нас на месте. Так, ну что я вам хочу сказать? Сразу прямо сюда мы не можем пройти. Нас сейчас не пустят. Мы должны попасть в подвал. В школьный подвал. Так, здесь у нас дверь закрыта. Здесь только наверх. А чё, реально не могу здесь пройти, да? Там все закрыто. Угу. То есть у нас тут выход только через второй этаж. Закрыто, видите? Так, ну хорошо. Прёмся вокруг. Да. В эту сторону. Нет. Прёмся вокруг. И... Ё-моё. Так. А в свое время та школа навевала на меня ужасные страхи. Да. Внутри ничего нет. Просто жуть. Сейчас как-то я не так, конечно, бурно реагирую. Да уж, это подождите, тут еще есть лестница наверх. Так, пройти насквозь и потом вниз. Ну. Угу. Ну, никаких, по крайней мере, монстров. Вроде бы здесь не ожидается, да? Угу. А вот здесь, похоже, есть. Пойдем потихонечку навстречу им. Или это просто музыка? Просто. Хм. Ничего особенного. Пугают нас так разработчики. Нет никаких монстров, а тем не менее треки такие. Он идет. Ну давай, Гарри. Что, господи ты, боже мой. Мазила. Видели, да, сколько он пропустил в молоко? Там, кстати говоря, еще один идет. И таким образом, смотрите, я оказалась с другой стороны, правое крыло. Здесь есть необследованные классы и спортзал. Я сейчас пристрелю вот этого еще одного карлика. Гарри, блин, ну не беси меня. Ну сколько нужно мазать? Господи, а. Я, конечно, понимаю, что ты писатель. Но даже я бы уже с меньшим опытом, чем ты, наверное, попала бы, да? Мне так кажется. Ну ладно. Ну да ладно, не будем особо Гарри осуждать. Что здесь есть? Это очередной такой класс, очень похожий на все классы, которые мы обошли. О, здрасте. Ну, это снова такие призраки детишек, которые, они, в принципе, безопасны. Поэтому я в них, конечно же, стрелять не буду. Класс. Так, я взяла патрончики, а больше ничего нету? Нет, нет, похоже, нет. Похоже, нет. Отсюда уходим. И дверь, которая сразу вот сюда. Вот. Ага. О, блин, представляете, закрыто. То есть я здесь обошла, в принципе, все. Мне остается спуститься только вниз. А здесь... Ага, вот, вот, смотрите, вот теперь здесь открыто, да? А можно ли здесь спуститься? Вот теперь это тот самый под... О, теперь это тот
самый подвал. Так, здесь две двери. Я точно не помню, в какую. Ага. Ну, понятно, одна дверь закрыта. Здесь тоже нет ничего. То есть у нас остается один вариант подойти вот сюда. Довольно-таки жутковато. И здесь что-то, судя по всему, сломано. Ну, вот здесь какая-то кнопочка есть. Конечно, хотим нажать, господи. Мы всегда хотим что-нибудь нажать, потянуть рычаг, открыть дверь. И Гарри услышал некий рык. Рык животного. Или что-то такое, что-то типа. Странно вообще. Ну, ничего не остается, кроме как пойти обратно, да? Так, теперь я думаю, что мы можем попасть во двор. Так, а двери закрыты. А, ну все, ладно, конец коридора. И пойдем к той самой часовне. Да, похоже, вот сюда, по-моему, да? Да. Там, где я поставила медальоны. То вот здесь двор. Не туда, блин. Я вот все время путаюсь почему-то, я не знаю. Ну, тут двери такие похожие. Такие одинаковые. Я думаю, что сейчас мы можем войти. Да, вот сейчас эти двери, блин, для меня открылись. О, черт. Это такая жуть. Я даже себе не представляю, чтобы в какой-то школе это было такое. Такой кошмар. Да, я не знаю, что об этом думает Гарри. Он прошел сквозь эти ворота. И этим вопросом он будет задаваться довольно часто. Где я и что происходит? Появился, смотрите, во дворе школы какой-то таинственный знак, похожий на сектантский какой-то, да, я бы так сказала. Какая-то секта. Ну, музыка, конечно, просто полный атас. Во дворе, правда, нет никаких врагов. Но мы во дворе той же самой школы. О. Но это альтернативная реальность. Как вы видите, школа очень-очень сильно видоизменилась. Появились решетчатые полы. Кровь повсюду. Ну, все, в принципе, изменилось, кроме, ну, расположения, может быть, комнат каких-то. Не знаю. А что у нас по поводу карты? Угу. То есть, смотрите, все нужно обследовать заново. Ух ты. И вот эти огромные вентиляторы, да? Это просто визитная карточка Silent Hill. Кровища. То есть кого-то сюда затянуло. Так понимаю. Ну хорошо. Я собрала патрончики. И аптечку. Так, склад.
Да, вернемся немного назад, да? Подергаем все эти двери. Так, что здесь? Что здесь есть? О, розовый мячик какой-то, смотрите. Резиновый мячик. Взять его. И здесь просто жуткие картины, какие-то куклы распятые, койки. Ну, койки такие, знаете, с дурдома. Такие с ремнями для буйных. Закрыто, да. Для буйных пациентов. Ну ладно, хорошо, у меня есть розовый мяч. Я здесь смотрю, куда я еще могу пойти дальше. В спортзал можем пойти. Вот дверка. Пробежали. Спортзал. Так. Что? Где? Кто? Не вижу, честно говоря. Кого-то? Что? Почему здесь такой шум? А! Все, вижу. Тараканчики. Угу. Появились такие тараканчики. Ну, статус, в общем-то, у меня такой довольно-таки нормальный. Блин, ну и музыка. Мы можем выйти вот здесь. Угу. Если, конечно, дверь не закрыта. Нормально. О, господи. Это что? Что за комната? Разбросанные некие листки. Карточка с картинкой. А на картинке, по-моему, был изображен ключ, насколько я помню. Совершенно полнейшая жуть. Вот эта альтернативная реальность. И я хочу вот на этом как раз месте прерваться. Карты, да? Смотрите. Ладно. Мы продолжим проходить в следующий раз, в следующей части. И с вами была Ниагара. Всем пока.